На телеканале Freedom «Наше время». Далее о главных событиях пятницы. Андреевка наша. Украинские войска освободили село в Донецкой области и полностью уничтожили там целый гарнизон российской армии. Какой ценой ВСУ возвращают украинскую землю? Топливный кризис в России. На заправках страны почти нет бензина, а там, где он еще остался, цена взлетела до небес. Уже закрыто, по-моему, второй день. Ничего здесь не светится, значит, ничего нет. Смотрите, все лентами закрыто. Избежать наказания не получится. Президент Украины и прокурор Международного уголовного суда обсудили, как привлечь российских военных преступников к ответственности. На земле, на воде и в воздухе. Украинские военные проводят масштабные учения, которые помогут освободить Украину от российских захватчиков. Здравствуйте, далее обо всем подробнее. Великобритания на официальном уровне признала российскую частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Теперь за принадлежность к ЧВК или ее активную поддержку на территории Соединенного Королевства предусмотрен тюремный срок до 14 лет. Кроме этого, все найденные в Великобритании активы, связанные с «Вагнером», будут подлежать конфискации. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный вместе с руководителем разведки Кириллом Будановым и другими генералами обсудили подробности потребности украинских войск и ситуацию на фронте с американскими и британскими партнерами. Также союзники обговорили усиление противовоздушной обороны Украины, предоставление дополнительного транспорта для эвакуации раненых, а также ремонт техники и восстановление боеспособности воинских частей. Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море. Отмечу, что переговоры прошли в преддверии встречи в формате «Рамштайн», которая состоится 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров. Село Андреевка Донецкой области полностью освобождено от российских оккупационных войск. В результате операции сил обороны Украины там был окружен и уничтожен целый гарнизон из состава 72-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ. О том, как развивается ситуация в зоне боевых действий, смотрите далее. Андреевка под украинским контролем. Село в Донецкой области полностью разрушено вследствие боев, но теперь полностью зачищено от российских оккупационных войск. Третья отдельная штурмовая бригада вооруженных сил Украины здесь камня на камне не оставила от 72-й мотострелковой бригады Российской Федерации. Оставшимся в живых российским солдатам через громкоговоритель, установленный на беспилотнике, был оглашен ультиматум с требованием сдаться. Весь ваш личный состав либо бежал с поля боя, либо был уничтожен. Также были убиты два ваших командира батальона, а именно «Медведь» и «Шайтан». Взятие и удержание Андреевки – важный шаг на пути к прорыву российской обороны южнее Бахмута. Освобождение села даст возможность силам обороны Украины продвигаться и на других направлениях, считает спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Такие населенные пункты, а дальше будут и Клещеевка, и Курдюмовка, там тоже очень тяжелые бои. Но это те, в том числе, господствующие высоты, которые ставят под угрозу. Первое, весь южный фланг российской группировки под Бахмутом. Что касается других направлений, то на юге, в Запорожской области, силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Токмака и Мелитополя, ведут контрбатарейную борьбу и методично уничтожают живую силу и технику противника. Россияне, по данным оперативного командования «Юг», перебрасывают в Запорожскую область дополнительные резервы. При этом не прекращают попыток наступлений на Марьинском направлении. А вот на Авдеевском, Лиманском и Купянском активные штурмовые действия оккупационной армии прекратились. По информации спикера восточной группировки украинских войск, на Лимано-Купянском направлении россияне в последнее время сменили тактику. Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику. Вместо мясных штурмов применяют артиллерию. Нет огневых валов. Экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент. Илья Евлаш, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины.
Всего по состоянию на 15 сентября Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины уже потеряла 271 440 российских военных. Лишь за последние сутки потери Российской Федерации составили 470 человек, 13 танков, 4 боевые бронированные машины и 28 артиллерийских систем. Российская армия сбросила авиабомбу на временно оккупированную Новую Каховку Херсонской области. По данным прокуратуры, повреждены несколько многоквартирных домов, один человек погиб, 12 получили ранения. По словам спикера сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, россияне планировали атаковать Береславский район Херсонской области, но уронили бомбу на левом берегу Днепра, который временно оккупировали. Оккупанты пытаются разгонять тему, что это были действия сил обороны Украины. Но на самом деле все зафиксировано, все факты известны. Помним, что оккупанты не впервые так роняют свои бомбы даже на своей территории. В частности, Белгород, где среди города просто разгрузился вот такой самолет-истребитель. В агрессивной войне, развязанной Россией, в Украине не только гибнут люди, но и наносится вред природным ресурсам – лесам, степям, морям, а также животным и растениям. Экоцид – это еще одно преступление Москвы против украинского государства. Какой вред и на какую сумму нашим лесам причинили российские оккупанты, узнаете далее. Путинская орда буквально выжигает украинскую землю, поля, заповедники, леса. Прямые убытки от уничтожения лесных массивов составляют больше 4 миллиардов долларов. Они палят очень много. Враг использует очень много зажигательных мин. Враг использует фосфорные боеприпасы, что приводит к верховым пожарам. Российские военные преступники находят и новые способы разрушения Украины. Самым масштабным техногенным терактом России стал подрыв Каховской ГЭС, который унес и жизни, и дома людей, и, конечно же, уничтожил целые экосистемы, в том числе и леса. Больше 50 тысяч гектаров лесов затоплено, и не меньше половины из них погибнет. Украинский лес российские захватчики уничтожают с особым рвением. По нему палят из артиллерии, а еще оккупанты целенаправленно поджигают его, массово вырубают, чтобы строить окопы. Так весной мэр Мелитополя Иван Федоров писал о невероятных масштабах вырубки на окраинах Мелитополя. На территории богатырского лесничества прячут технику и живую силу, а заодно активно уничтожают лес, выпиливая деревья для обустройства блиндажей и окопов. Это подтверждают и защитники леса. Украинские природные ресурсы, которые не успели уничтожить, россияне буквально растаскивают. И умышленный поджог, который осуществляется со стороны границы с Россией, и использование древесины для военных действий, в том числе строительство блиндажей. И мы не исключаем вывезение древесины на сторону Российской Федерации. За первый год полномасштабной войны России против Украины, по данным организации Forest.com, уничтожено 16 тысяч гектаров украинского леса. И это только то, что аналитикам удалось разглядеть по спутниковым снимкам или найти в других открытых источниках информации. Эксперты отмечают самое ужасное, что оккупанты в основном уничтожили, по сути, заповедный лес. Леса, которые уничтожены, они Украиной бы не заготавливались. Они находились на территории тех лесов, которые не эксплуатационны. Это территория лесов, которая всегда бы охранялась с целью сохранения природы. Защитники природы насчитали не менее чем 4 миллиарда долларов прямых убытков. Это стоимость древесины. Но на самом деле вырубленный лес никогда бы не превратился в просто доски. Ведь он заповедный, а значит, речь о куда более серьезной утрате для Украины. И у этого преступления есть название – экоцид. Попадание в природно-ценные территории – это фактически экоцид. Это действия, направленные на уничтожение нашей окружающей среды. Всего же от российской агрессии пострадало больше 3 миллионов гектаров уникального украинского леса. И хотя в мировой практике еще не было случая возмещения убытков за вред экологии в результате войны, Украина тщательно собирает всю доказательную базу. И украинские экологи, чиновники, включая министра защиты окружающей среды, уверены, и в этом вопросе Украина снова станет прецедентом в мировой истории, когда агрессор заплатит за все свои преступления, включая экологию.
Украина готовится использовать дроны и роботов для разминирования территорий. Для этого правительство сотрудничает с национальными, а также иностранными технологическими компаниями. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Также он анонсировал масштабный форум по гуманитарному разминированию, который пройдет в столице Хорватии Загребе в октябре этого года. Украина на сегодня является лидером, на жаль. Украина сегодня, к сожалению, является лидером по количеству заминированных земель. Но Украина, я вас убеждаю, будет лидером в части гуманитарного и в целом разминирования. По оценкам ученых, нам нужны десятки или сотни лет, если использовать стандартные технологии для разминирования всех земель, которые загрязнены минами или снарядами. У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение 3 лет после освобождения территорий и в общем за 5-7 лет закончить разминирование всей территории Украины. Европейская комиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер. В свою очередь, Киев должен ввести правовые меры, например, систему лицензирования экспорта в течение 30 дней, чтобы избежать всплеск цен на зерно. Следить за соблюдением этих мер будут совместно Украина и Еврокомиссия. И на решение Еврокомиссии о снятии ограничений по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале он написал, что переговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и отметил, что это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются. Уверен президент. Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Также президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Политики проведут переговоры в США. Об этом сообщили в канцелярии главы Польши, подчеркнув, что одной из тем будет зерно. Напомню, на следующей неделе президент Украины посетит Нью-Йорк и выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Затем Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и членами американского Конгресса. Румыния в ближайшие месяцы сможет увеличить объем транзита украинского зерна через порт Констанца до 4 миллионов тонн, заявил министр транспорта страны Сарин Гриндяну. Он отметил, что темпы перевалки в порту могут быть увеличены на 500 тысяч тонн ежемесячно. Констанца стала крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины. Зерно сюда доставляются автомобильным, железнодорожным и речным транспортом через Дунай. Украина уже экспортировала через этот румынский порт больше зерна, чем в 2022 году, хотя в последнее время объемы экспорта снизились из-за российских атак на объекты украинской инфраструктуры. Дополнительные 500 тысяч тонн, которые будут транзитироваться через порт Констанца, это вопрос, который будет обсуждаться с операторами. Но я думаю, что поскольку они реагируют быстро, между нами и нашими друзьями в Украине дело быстро наладится. В начале октября мы достигнем нашей цели в 4 миллиона тонн зерна, которое будет транспортироваться через Румынию. Это составит чуть больше половины нашего экспорта. Пентагон подтвердил начало языковой подготовки украинских пилотов для обучения на самолетах F-16. Она начнется на авиабазе в Техасе уже в этом месяце. Впоследствии летчики будут осваивать управление, а техперсонал — обслуживание истребителей. Помимо этого, стало известно, что помогать готовить украинских пилотов также будет Бельгия. В ближайшее время она направит своих инструкторов и самолеты на авиабазу Скридструп в Дании. К слову, накануне там приземлились первые 4 истребителя F-35, которыми Копенгаген планирует заменить авиапарк F-16, передаваемый Украине. И Украина получит 2 миллиарда долларов от Южной Кореи. Деньги пойдут на развитие инновационных экономических проектов. Соглашение подписывали первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко и посол Кореи в Украине Ким Хёнг То. Как пояснили на встрече, этот документ открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест в Украине. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов.
Юлія Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины. Готовность украинского общества к вступлению в Европейский Союз является наивысшей среди стран-кандидатов за всю историю. Около 90% украинцев поддерживают стремление государства стать членом ЕС. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции в Киеве. По словам чиновника, 7 требований, выдвинутых Украине для вступления в Евросоюз, будут выполнены до конца октября. Буквально уже в ближайшую неделю Верховная Рада проголосует и поддержит все законопроекты для того, чтобы нам засчитали выполнение всех 7 рекомендаций. Со своей стороны правительство сделало все необходимые шаги для этого. И после того, как будет объявлено выполнение этих 7 рекомендаций, я убежден, что мы достигнем договоренности о вступлении в переговоры по членству в Европейском Союзе. И к другим не менее важным темам дня. Финляндия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Ранее об аналогичном решении уже заявили страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Как написала в социальной сети X глава МИД Финляндии Элина Валтанен, запрет на въезд таких автомобилей в страну вступает в силу 16 сентября, то есть уже завтра. Въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами запрещен, но есть некоторые исключения. Предыстория – новые указания ЕС о санкциях против России. Для Финляндии важно, чтобы имплементация была равномерной во всем европейском регионе. Элина Валтанен, министр иностранных дел Финляндии, в социальной сети X. Топливный кризис, который уже охватил южные регионы России, уверенно подбирается к столице страны Москве. Вслед за Ростовской и Астраханской областями, а также Ставропольским и Краснодарским краями, дизельное топливо стало исчезать на заправках в центральной части РФ. Как сообщают российские телеграм-каналы, на некоторых станциях уже ввели талоны, а на других цены на топливо взлетели до 80 рублей за литр. Как российские власти спровоцировали коллапс на рынке бензина и что происходит на заправках сейчас, смотрите в нашем материале. Литр 95-го стоит 58 рублей 65 копеек. И даже за столь высокую цену это топливо здесь не купишь, потому что просто оно здесь закончилось. После скачка цен на бензин стоимость литра 92-го и 95-го несколько раз обновляла исторический максимум в текущем месяце. В России столкнулись с новой проблемой – дефицитом топлива. Заправки пустуют. Уже закрыто, по-моему, второй день. И ничего здесь не светится, значит, ничего нет. Смотрите, все лентами закрыто. То есть, получается, она не работает. Наиболее остро кризис ощущается в южных регионах страны. С красноярских заправок исчезает бензин. Здесь нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Сейчас несколько сложнее подвести бензин в южные регионы страны железной дорогой. С других заводов, потому что думаю, что по этой железной дороге идут другие грузы в юго-западном направлении, так скажем, да? Да. Снаряды, военные, танки, да. И так далее, да. И, кстати, и бензин, и дистопливо, потому что все это военное железо тоже нуждается в топливе и активно его жжет. Топлива нет и на многих АЗС в оккупированном России и Крыму. Вопрос к властям Севастополя. Вы говорили, что у нас не будет дефицита с топливом. Почему на заправках нету дизельного топлива? Ну, такие вот дела с бензином в Крыму. Вообще, жесть, конечно. Вот так. Ничего нету. На АТП в Бахчисарае сказали, что привезут через 5 часов, но он будет по 85 рублей. Нехватка бензина обусловлена несколькими факторами. Медленными поставками топлива по железной дороге срок увеличился вдвое из-за переориентирования рынка, войной с Украиной, а также проседанием рубля. Теперь компаниям выгоднее продавать горючее за рубеж. Нефтяники начинают считать, что им выгоднее продавать на экспорт, продавать внутри с учетом этих доплат от Минфина. Вот. А еще армия, которая сжирает огромную долю производства произведенных нефтепродуктов. Ну и, собственно говоря, кому-то должно не хватать. Рост цен на бензин и его дефицит привели к тому, что России становится сложнее снабжать топливом оккупированные регионы Украины. Дефицит топлива – это всегда остановка логистики. Поскольку в современном мире практически весь автотранспорт работает на бензине, на мазуте, на керосине, на его, так сказать, их разновидностях. Но логистика в первую очередь логистика. Для военного дела это ключевой вопрос. Это очень-очень важно. Тем более сейчас в России
постепенно российская армия вынуждена переходить на использование автомобильной логистики в южных регионах оккупированной Украины, то есть там вот в Приазовье, поскольку там нет нормально действующей железной дороги. Ко всему прочему, тотальный дефицит горючего в России образовался в сезон сбора урожая. Дефицит признали и на федеральном уровне, причем дело пахнет керосином сразу в нескольких регионах страны. Нефтяной кризис может привести к срыву аграрной кампании. Заправлять технику нечем, заявили в Министерстве сельского хозяйства России. Сейчас остановим и уборочку, не отсеемся по зиму. Это будет катастрофа. Возмещать подорожание топлива власти будут, скорее всего, за деньги налогоплательщиков, считают экономисты. Средства пойдут на дополнительные компенсации со стороны Кремля крупным холдингам. А вот ждать падения стоимости горючего жителям России не стоит, так как вскоре страна-изгой может превратиться из экспортера в скупщика нефти. Александр Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече в Сочи обговаривался и вопрос с топливом. Как заверил самопровозглашенный президент Беларуси, Минск уже якобы помог стабилизировать ситуацию и удовлетворил требования Москвы, поставив по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. В то же время Лукашенко засыпал Путина обещаниями, мол, если будет нужно, еще Беларусь поможет. Такие слова лишь подчеркивают явную проблему с топливом в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Стороны обговорили взаимодействие и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях против Украины. Как отметил украинский гарант, уже есть первый результат сотрудничества – исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины уверен, что будут и другие справедливые результаты. Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институтов, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Напомню, что накануне Европарламент призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В докладе идет речь о том, что парламент поддерживает расследование украинской прокуратуры о роли Беларуси в принудительной депортации детей. А режим Лукашенко может быть причастен к преступлению против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда. Детальнее о том, какое будущее ждет последних диктаторов друзей Путина, расскажет Лариса Зубенко. Развязав полномасштабную войну против Украины, Путин из политика мирового масштаба превратился в представителя страны-изгоя, рукопожатного лишь в кругах диктаторов. Пример тому недавний приезд северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, у которого Путин вынужден выпрашивать снаряды, пусть и плохого качества. Тут уже в том-то и дело, что это союз двух стран-изгоев, в котором нечего бояться. Это как встретились два одиночества. Они могут кооперироваться между собой, не боясь каких-то значительных новых санкций, поскольку все санкции уже введены. Всегда рядом с Путиным и карманный белорусский диктатор Александр Лукашенко. Эксперты уверены, Путин получил от своего ставленника все, что хотел. Плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину. Теперь минский режим будет существовать до тех пор, пока он будет выгоден Путину. Я не верю в какой-то хитрый план, который существует у Путина, чтобы Беларусь оставалась дальше менее, ну, как токсичной, скажем так, да, поэтому Лукашенко позволяет себе там не признавать или, по крайней мере, не приезжать там в Крым, говорить там достаточно странно с точки зрения там прямого вассала, как его считают многими, да, что явно не является. Эта вассальная зависимость не является такой прямой или не такой очевидной. То есть, ну, какие-то есть там такие сложные более взаимоотношения, которые нам сложно понять и поймем уже только после падения этих режимов. В орбите Москвы остались либо подсанкционные страны-изгои, такие как КНДР, либо режимы, которым Кремль помог удержать власть силовым методом. Поэтому на приемы к Путину в открытую, поддерживая войну против Украины, до сих пор ездит Башар Асад. Проникновение России в Сирию остановилось исключительно на живой массе, то есть на вагнеровцах и на военных базах. То есть ни экономически, ни какой-то мягкой силы или там что-то. Ну, как только ослабит помощь России Сирии,
или, скажем, произойдет что-то с Асадом, или, ну, все что угодно, или Иран поссорится с Россией, то это, как говорится, дружба исчезнет. Исчезнет также моментально. Однако после неудач на фронте в Украине Россия, как прежде, не сможет помогать диктаторским режимам силовым методом. После смерти Евгения Пригожина не осталось влияния и у группировки ЧВК «Вагнер». Поэтому, потеряв связи с цивилизованным западным миром, подсанкционная изолированная Россия вскоре потеряет рычаги влияния даже на правительства стран мировых изгоев. Украинские военные и пограничники провели учения в районе Чернобыльской зоны. Отрабатывали контрдиверсионную борьбу. По легенде, вражеская ДРГ пыталась пересечь государственную границу Украины и зайти вглубь территории страны. В итоге условный противник был обнаружен и остановлен огнем, который корректировался как с беспилотников, так и с помощью видеокамер. В результате вражеская попытка продвинуться пресечена, все диверсанты ликвидированы. Как отметил командующий Объединенными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наумов, такие тренировки проводятся достаточно часто, ведь силы контрдиверсионной защиты должны быть в постоянной готовности. В канун Дня спасателя Владимир Зеленский поздравил работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Президент подчеркнул, что спасатели поддерживают реальную жизнеспособность всего украинского общества и напомнил, что сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов, тушат пожары и спасают людей из огня, а также из-под завала. А еще они разминируют украинскую землю и ликвидируют российские боеприпасы, доставляют гуманитарную помощь на деоккупированную территорию и восстанавливают критическую инфраструктуру страны. Работа спасателя – это гораздо больше, чем просто работа, отметил Владимир Зеленский. Мы все хотим одного – победы для Украины, окончания войны реальным миром для всей нашей земли, для всех наших людей. Наши воины часто делают невозможные вещи, чтобы выгнать оккупантов и приблизить победу Украины. И этот героизм фронта должен опираться на самоотверженность и сосредоточенность людей в тылу. Всех, кто работает ради Украины, и тех, чья профессия – спасать и помогать. И тех, кто именно так чувствует жизнь, так уважает жизнь, что спасает других. Сегодня, кроме профессиональных спасателей, работников ГСЧС Украины, мы отмечаем и отвагу обычных людей, которые спасали жизни других. И я благодарю всех вас, всех, кто спасает, за то, что вы являетесь именно таким образцом преданности и сосредоточенности в интересах государства и людей. Подразделения вооруженных сил Украины, которые уничтожают российских оккупантов на передовой, используют каждую возможность для оттачивания своих навыков и совершенствования владения оружием. Как проходят тренировки и на чем акцентируют внимание военные, смотрите далее. Стрельба из гранатометов, минометов, стрелкового оружия. Морские пехотинцы отрабатывают тактические навыки. Сегодня специфика ведения боевых действий очень изменилась. Нынче при принятии решения учитываются данные аэроразведки. Практически каждый командир подразделения или артрасчета, который действует отдельно, получает информацию на планшет с установленной системой управления «Крапива». Направление для стрельбы по «Крапиве» – это очень-очень ценно. Это касается не только 82-го, а точно так же работают наши СПГ-9. Дрон — это глаза, а глаза — это точность, а точность — это меньший расход боеприпасов с максимальным эффектом. Что касается станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, то после начала российской агрессии в 2014 году этот раритет получил вторую жизнь. Украинские воины освоили стрельбу из него осколочно-фугасными гранатами из закрытых огневых позиций, то есть по принципу гаубичной артиллерии. А при современных средствах наведения и корректировки это оружие по меткости и дальности стрельбы может конкурировать с минометами. Учитывая крапиву, сразу работаем. Максимум 2-3 выстрела для попадания в цель. Мне кажется, что он точнее даже последний раз был, нежели 120-й миномет, потому что мы вместе со 120-м работали по цели, и мы быстрее по ней попали, нежели 120-й. Умение выживать и уничтожать противника в современном бою, где преимуществом обладает тактика действий малых подразделений, обучают инструкторы, такие как Станислав. До полномасштабного вторжения он работал в Португалии на фирме, которую открыл вместе с братом. Сразу же после объявления военного положения вернулся в Украину. Уже получил здесь боевой опыт и прошел обучение за рубежом. Сейчас воюет в одном из подразделений морской пехоты и передает знания побратимам.
Немного собственного опыта, немного теории вкладываю в них. То, чему учили нас специалисты в Великобритании. Стараемся рассказывать, передавать, потому что теория от практики отличается. Мы совмещаем и стараемся передать это парням на полигоне, потому что это наша война. Семья Станислава сейчас в Украине и ждет его возвращения домой с победой. Пострел! Уровень военной подготовки повысили и пограничники морской охраны. В течение 10 дней они проходили обучение в Соединенных Штатах Америки. Во время тренинга в штате Луизиана украинские моряки, в частности, научились управлять малым патрульным катером Metal Shark, более 20 единиц которых вскоре будут переданы Украине. Металлические акулы отличаются высокой скоростью, маневренностью, а также тихоходностью. Перенимая опыт американских коллег, наши пограничники узнали секреты управления катерами береговой охраны США и быстро освоили новую для себя технику. На третий день мы самостоятельно сели за штурвалы, а на четвертый уже сами отрабатывали и швартовку, и пришвартовку, и работу в океане, уже сами за штурвалом. Американцы были приятно удивлены, как мы очень быстро владели этой техникой. Наше время на этом закончилось, и я передаю слово Валерию Клименко и Каролине Король, которые продолжат информационный марафон на телеканале Freedom. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.